Алло. Барышня, попросите, пожалуйста, Мишу. Мишу? Он убит. Как убит? Он писал такие стихи. А где же тогда Люда? Его невеста. Черненькая Люда. Умерла в блокаду. Вызовите Борю. Под Прагу. Сгорел в танке. Барышня, дайте Севу Махоткина. Где он сейчас? Всеволод Махоткин пал смертью храбрых под Берлином. 45-м. Вадим Пушкарев, прикрывая отступление взвода, дрался до последнего патрона. Убит в 41-м в сентябре.